всероссийском историческом кроссворде я принимаю участие впервые. Я считаю, что для меня это будет большой опыт, поскольку осознавать, что ты можешь не только преподавать, но и проверять свои знания наравне с не только профессионалами, но и обычными людьми, которые интересуются историей, это очень важно и интересно. Немного волнительно, поскольку результат может удивить. Я уже так мельком посмотрел задания, которые будут. Ну, могу сказать, что сходу не на все смогу ответить. Первый раз участвую в историческом кроссворде. Я считаю, что это полезная акция для, так сказать, восстановления каких-то пробелов в наших школьных знаниях об истории и в целом в приобщении подрастающего поколения к истории. И вот сегодня я здесь со своими учениками, с 8 классом Z. Для меня самый простой был школьная тетрадь. Я как увидел эти рисуночки новгородского мальчика, я сразу креветку вспомнил и прочих котиков в тетради, поэтому да.